Каждый этим взорвал лаптоп. Запомни, сука, что здесь тамбур. Сотни красок на полотно, но в голове лишь бинарный код. Доброе утро, друзья! Я снимаю новый влог, у меня отличное настроение, и сегодня у меня такое небольшое событие. Во многих своих... я сейчас поменяю локацию. Просто я подумал, что снимать в ванной начало влога не очень. Небольшое событие у меня сегодня. Я очень много говорил вам в своих видео, очень много ныл в Инстаграме, везде. Говорил о том, что у меня мешки под глазами, и меня это очень сильно беспокоит. Сегодня настал тот день, когда я от них избавлюсь. Я обратился к своей хорошей знакомой. Ее зовут Айгуль, она занимается косметологией, и она сегодня мне поможет на какой-то период, там вроде бы на полгода или на год, избавиться от мешков под глазами. Я сегодня вам покажу, как это будет происходить, что я буду чувствовать. Надеюсь, я выживу и смогу снимать свои видео дальше. И вы, если вы смотрите это видео, значит, я уже выжил и выложил его. Я думаю, что нужно подготовиться к этому дню. Я решил сделать масочку, чтобы я был красивым. И мы пойдем. Мерзкий мир подо мной, пусть маска будет инстинкт. Здесь не нужны очки, я все знаю так. Я не там и там для твоей тусни. Хлопнул дверью, так я заменит твои. Итак, ребята, если вы будете делать все то же самое, что сейчас я вам показал, то вы будете выглядеть точно так же, как я. Так же хреново. Уже собрался поехать к косметологу Хасановой Айгуль. Вот здесь вы видите на нее ссылочку. Это замечательный врач. Вы можете обращаться к ней, если у вас проблемы с лицом, как и у меня, да, собственно. Это Айгуль, надеюсь, она меня сегодня не убьет. Глубоко будешь прокалывать кожу? Очень, да. Очень. Ты будешь, это ты проколешь, а потом ту засунешь, да? Да. Молодец какой. Айгуль, пош, ну его на. Это не больно, алло. Все, я уже залезла. Опа, видишь, вытащила. Нафиг ты вытащила-то? Все. Поехали. Я тебе до носика дошла твоего. А ты не вливаешь еще? Нет, я пока только смотрю. Так, когда кожа натягивается? Да, вот так вот натягивается, когда неприятно просто. Ребята, я живой, меня не убили, все хорошо. Немножко болят проколы, но это ничего страшного. Обращайтесь к Айгуле, она очень милая, вела себя как со мной, как с ребенком. Я думаю, это было приятно. На самом деле ты лежишь, напрягаешься, у тебя уже, ну там в голове маленький Андрей так сжался. И такой, все хорошо, такой, хорошо. Подписывайтесь на Айгуль в Инстаграме, приходите к ней на косметологические услуги. Всем привет! Вы, наверное, уже не ожидали увидеть меня на этом канале. Все еще буду появляться во влогах. Мы с Андреем автомойку, где нужно мыть самому. Короче, у него медленная очень речь. Мы приехали на автомойку, на которой я буду сам мыть свою машину из такого пульверизатора. Сейчас Карина вам покажет, потому что у меня давно было желание это сделать. Мойка самообслуживания. И сейчас посмотрим, сколько я потрачу своих денег, чтобы помыть свою машину сам. Хлопнул дверью такси, стойка бара, маршрут найди. И взгляд заменит твои огни. Здесь нет своих, есть только ID, но... Так почему вы меня не пустили?